норме? Это с учетом эскадрона смерти на хвосте. Помощь в пути. Зачем ты так надрываешься? Темплиеры не твоя забота. У меня был коллега. Сын нашего босса. И я считал его никем. Все относились к нему, как будто он весь из себя особенный. А мне казалось, что он не думал ни о чем, кроме своих собственных интересов. Но я оказался неправ. Мы подружились. Он прошел сквозь ад. А в итоге спас нас всех. Ну и я решил... Извиниться я не смогу, но смогу, не знаю, жить по его примеру. Ты хороший ассасин. Да твою ж мать! Привет. Сколько лет прошло? Галина? О, боже, мы не виделись после взрыва лаборатории в Париже. Да, только взрывов было много, а ты вопил, как резанный. Епископ сказал, что Отцеберг здесь. Я убью его для тебя. Прекрасно. А теперь покараулишь? Я так хочу лечь и умереть. Отдыхай. Нас ждет важный бой.